Здравствуйте, дорогие друзья. Продолжаем играть Saint Row Remaster. Данное видео предназначено для лиц, достигших 18-летнего возраста. Нам тут прислали всякого товара от святых. Я думаю, может дать рекламу по городу, но знаешь, будто как бы сутенеры от святых. А чем тогда будет заниматься отдел по связи с общественностью? Люди с ума сходят, когда знаменитости сами себя рекламируют. Хочешь сказать, мне придется? Продажами я буду заниматься, не волнуйся, я отличные места знаю. Ты какой уверенный в себе человек. Уже нет той уверенности. А что это за прекрасная погода? А ты знаешь, где лучше всего начинать продавать, а? Давай сразу на глубину, айда на территорию Моргенштерна. Да где это? А, городишко же не маленький. Документики в комплекте с ключиками, и все как на ладони. Так, ты в курсе, где у них делянка? Черт, чего ты сразу-то не сказал? Что у нас в ассортименте? Ну, обычные самые товары, типа там футболочки, коробочки для бутербродиков, всякое такое. Ясно, еще что-нибудь? Ну, еще остается пленка с моей демкой. А ты же вроде говорил, что нам нужны фанаты. Покупатель не заплатил за товар. Будут какие-нибудь советы, как действовать? Ага, каждое предложение заканчивается словами «А, не то». Ну, по-моему, это не сработает. Пирс, твою мать, ну ты даешь. Ну да, есть такое дело. А ты в планете святых не директорствовал? Жуть. Мы в другой раз. Мне надо над техникой поработать. Моргенштерны никуда не собираются пока. Нам нужно снять еще одну большую сцену. И это будет настолько нечто, что я новое слово придумал. Экзокруто. Не хочу портить сюрприз, но поверьте, вы будете впечатлены. Начнем съемки последнего эпизода. Пришельцы атакуют, а вам нужно остановить передатчик порабощения. Загрузив на них вирус, вам даже придется управлять космическим кораблем. Так что, начнем. По сценарию вы пилот и стрелок. Вы знаете, как этим управлять, верно? Нет, но это меня не остановит. А где находятся передатчики? Они на борту. Начали мотор. Квилана, я уничтожу генератор щита, чтобы открыть путь к передатчику. А я загружу вирус, чтобы он отключил все это. А это не убьет твой народ? Да, их умы еще соединены с Улем, и они тоже умрут. Это необходимо сделать ради Земли. Загружаю вирус. Я прикрою. Не волнуйся. Я знаю. Загрузка завершена. Осталось еще два. Снято! Великолепная фраза про землю. Какая эмоциональная глубина. Отражается все ужасное положение целой планеты. Что отражается? Но ты, Джеки, ты... Слушай сюда. Меня зовут Дженни. И я знаю, что ты обо мне думаешь. Мы можем просто перейти к следующей сцене. Хорошо. Мне нужны кадры. Как этот корабль выделывает крутые штуки. Ну там, летает вокруг здания. Они пролетают через узкие места и так далее. Посмотрим, что вы сможете сделать. Не волнуйся, я справлюсь. Отлично, можем это использовать. Отличный кадр, я знал, что вы справитесь. Можно было и просто послать его нахер. Да, он это заслужил. Не говори. Ну, все равно спасибо за помощь. Именно для этого я здесь, верно? Мотор! Вон там второй генератор. Ты знаешь, что делать.
Загружаю. Может быть, немного подвинуть камеру, чтобы снять корабль с самого хорошего угла? Я что, блядь, сказал? Последний раз отступила от своей роли. Хватит с меня твоих дополнений. Ты и все остальные актеры в этом фильме больше никогда не найдут себе работу. От тебя никакого проку. Я не справлюсь. Я не справлюсь. Загрузка начата. Тогда начинаем. У нас тут кое-что новенькое, я вношу изменения. О чем ты? Скоро расскажу, просто продолжайте. Поехали! Что, черт возьми, происходит? На нас напала стилпортовская гвардия. И что теперь? Мы здесь не умрем, я положу этих всех мудаков. Снято. Он, видимо, из ума выжил, если натравил на нас армию. Полностью согласна. Тихо. Снимаем. Это последний щит. Снимем его, запустим вирус. И конец. Начинаю загрузку. Эй, Дженни, эти корабли точно беспилотные? Что? Пожалуй. Дешевле в эти штуки сажать людей. Это экономит деньги. Они все равно работники одноразового производства. То есть они в самом деле хотят нас убить? Этот сумасшедший говнюк убивает живых людей ради съемок. Стоп, камера. Ладно, теперь вам нужно пробраться в центр города, чтобы запустить работу вирусов. Хочу видеть драму. Чем раньше мы покончим с этой сценой, тем раньше я смогу отправиться домой и выпустить пар. Да может здесь выпустить. Итак, мы на месте, запускаем вирусы. Запускаю. Что, черт возьми, происходит с управлением? В вашем корабле происходит сбой, когда находится в зоне действия вируса. Теперь мне нужен еще один трюк, еще один миллиметраж. Только быстрее и интереснее. Это будет лучшая сцена в фильме. Произведете фурор. Он из ума выжил. Отлично. Теперь они могут вас стрелять, а вы их не можете убивать. Я же говорил, мне нужна драма. Чем ближе вы к смерти, тем лучше фильм. Ты серьезно? Мы не будем близко к смерти. Нас просто разнесет к чертям. Ну, конечно, если мы сбежим отсюда. Чем раньше закончим с этой сценой, тем лучше. Готово? Ага, точно. Земля в безопасности. Пока. Тупой мудак. Тупой осел. Квилана? Что тут, блядь, происходит, Дженни? Читай свою чертову реплику. Я убью этого сукина сына. Это не твоя реплика. Ты, черт возьми, вообще от сценария отходишь. Эй, Дженни, у тебя опять безумные глаза. Оу! Эй, Дженни, Дженни, поговори со мной. Я устала от того, что он пытается нас убить. Я устала от того, что он такой вредный. И устала от его дурацкого липучего шарфа. Ну ладно, хотя, кажется, немного эксцентрично. Я всего лишь делаю то, чему ты меня научил. Да, хороший аргумент. Ты уже запорола дубль, сначала начнем. Ты глухая, ты, блядь, что вообще делаешь? Мы произведем фурор. Стилпортовские мастерские готовы платить деньги и авторитетом за помощь в угонах. У тебя есть талант, у меня работа, нужен бот Леджер. Я управляю мастерской в этом городе, и мне нужно что-то очень мощное и без тормозов. Бот Леджер. Ценится на вес хрома. Если найдешь его, его владелец обычно зависает в Розен Оакс. Верните машину в мастерскую, двигайтесь осторожно. Чем больше повреждений получит машина, тем меньше денег вы за нее получите.
Ну, почти ни одной царапины. Если мы хотим разобраться с денежными потоками, нам нужен бизнес, который будет снабжать нас деньгами. Хочешь магазин ограбить? Да ну, слишком много заморочек, не стоит того. Нет, я хочу купить магазин у Моргенштернов. Ну да, потому что они прямо хватятся за возможность продать его. Нет, потому что документы уже готовы. Что, опять? Мы взяли их из того сейфа и записали магазины на наше имя. Ну, если они не смогут это оспорить... Так что, стоит покупать? Ага, кроме того, если мы ее купим, получим скин. Мне нравится. В этом городе полно зданий и заведений, которые мы можем захватить. Синдикату они точно не понадобятся, когда мы закончим. Точно, но нам понадобится поддержка Стилпорта. Покатайся и посмотри, есть ли тут наши фанаты. Объясни-ка мне это, Пирс. Ах, это мое небольшое хобби. Вот об этом мне реально не надо было знать. Черт, я не это имел в виду. Это для коллекции. Попробуй найти их все. А я коллекционирую зарубки на прикладе. Пошли пристрелим кого-нибудь. А какие другие контракты были в коробке? Жилой дом. Зачем тебе новая квартира, Пирс? Верное вложение, недвижимость дешевая. Выйдем на рынок, наварим бабок. Почему бы и нет? Я видел, как Моргенштерн тут всем заправляет. Об этом я и говорю. Если мы их отметелим, они дважды подумают, прежде чем вернуться. Я просто в раше. А где мне остальных найти? Ага, на севере отсюда. Кажется, мы их разозлили. Так и было задумано примерно. Двигаем веселую пулю, тогда они отстанут. А при чем тут веселая пуля? Мы им что, оружие покупаем? Магазин наш, так что парни должны его охранять. Ты всегда сможешь спрятаться в любом месте, которое принадлежит святым. Ага, я понял. От дурной славы можно избавиться, спрятавшись в любом из ваших зданий.